К другим событиям в Пензенской области ищут тех, кто будет работать на всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. В общей сложности необходимо набрать более 3000 человек, 2700 из них станут непосредственно переписчиками. Главное требование – возраст старше 18 лет. В ближайшее время организуют обучение. Формат проведения процедуры на этот раз претерпел ряд изменений. В первую очередь отказались от бумажных бланков, теперь всю информацию будут записывать в электронном виде. Для этого закупили 3200 планшетов. Переписчик будет выглядеть таким образом. На груди у него висит удостоверение защищенное. Вот. Оно будет действовать с предъявлением паспорта переписчика. Если кто-то очень сомневается, у нас будет своя база переписчиков. Если как бы респондент, у кого опрашивает, сомневается в том, что это не мошенник, то он может позвонить в Пензостат на горячую линию. И мы как бы подтвердим, и эти списки также будут у МВД, который будет обеспечивать безопасность граждан Пензенской области. Принять участие в переписи предлагается и дистанционно. Можно самостоятельно заполнить электронный бланк на сайте госуслуг. Еще один вариант – самостоятельно прийти на стационарный участок. В итоговый протокол попадет лишь та информация, которую захочет предоставить сам респондент.